Привет, друзья! Смотрите, как отключить требование вводить пароль при загрузке Windows 10, 8 или 7. Это удалит экран приветствия системы, и Windows будет автоматически загружаться до рабочего стола, без необходимости подтверждения. Если вы забыли ваш текущий пароль или ищете способ удалить пароль, смотрите наше предыдущее видео, ссылку на которое можно найти в описании к этому видео. Окно приветствия появляется в системе автоматически, если в учетной записи установлен пароль или компьютер использует несколько пользователей. Поэтому удалить окно приветствия можно несколькими способами. Вы можете удалить пароль со своего пользователя или удалить другие учетные записи или отключить окно приветствия в системе. Для отключения окна приветствия выполните следующее. Нажимаем сочетание клавиш Windows плюс R. В поле «Выполнить» вводим netplvis и нажимаем «Ок». Затем отключаем требование имени пользователя и пароля и нажимаем «Применить». Система просит указать имя пользователя и пароль, под которым будет автоматически осуществляться вход в систему. Указываем эти значения и нажимаем «Ок». После этого перезагружаем компьютер. Как мы видим, окно приветствия не появляется во время перезагрузки, и Windows осуществляет вход автоматически. Как правило, для работы в Windows 10, 8 или 7 используется учетная запись с правами администратора. Мы не рекомендуем вам удалять пароль с нее, так как любой вирус или нежелательное ПО смогут получить неограниченный доступ к вашей системе. Но если такой вариант более предпочтителен для вас, то выполните следующее. Нажмите правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск» и выберите панель управления. Переключите параметры просмотра на категории и нажмите «Изменение типа учетной записи» в категории «Учетные записи пользователей». Кликните левой кнопкой по нужной учетной записи и выберите «Изменить пароль». Введите текущий пароль, а поля «Новый пароль» и «Подтверждение» оставьте пустыми. Затем нажмите «Сменить пароль». После этого перезагрузите компьютер. Как видим, окно приветствия не появляется во время перезагрузки, и Windows осуществляет вход автоматически. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Всем спасибо за внимание, удачи!